Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Алина Красильникова, и вы смотрите «Неделю спорта». Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о самом интересном в мире студенческого и мирового спорта. Сейчас коротко о том, что ждет тебя в программе. Обзор матча «Рубина» в российской премьер-лиге и игры хоккейного «Акбарса» против «Амкала». Студенческая хоккейная лига. Заключительные матчи группового этапа. Клубный чемпионат АССК РФ. «Рубин» продолжает выступление в российской премьер-лиге, а хоккейный «Акбарс» после вылета из Кубка Гагарина решил порадовать своих болельщиков необычным матчем. Подробнее о казанских командах расскажет Амир Сабиров в своем традиционном обзоре. Всем привет, всем здравствуйте! С вами все так же я, Амир Сабиров. Сегодня наш обзор состоит из двух футбольных матчей, но сразу сделаю спойлер. Один из них достаточно необычный, и связан с ним хоккейный клуб «Акбарс». Обо всем по порядку. Начнем с российской премьер-лиги. Казанский «Рубин» переживает тяжелейшие времена. Напомню, почти все легионеры, составляющие основной состав команды, приостановили действие своих контрактов и покинули клуб. Леониду Слуцкому не позавидуешь, ведь впереди матчи с серьезными соперниками, и вполне вероятно, что казанцев ожидает борьба за выживание. Календарь не ждет, и 1 апреля «Рубин» проводил 23-й тур на своем поле против «Химок». Первый тайм был безголевым. Все самое интересное команды оставили на второй. Герман Анухо с передачи Александра Зуева открыл счет. Нападающий прорвался к чужой штрафной и ударил из-под защитника точно в дальний угол. Не прошло и 7 минут, как «Химки» уже вели в счете. Гости забили два мяча за 2 минуты. Сначала Денис Глушаков сравнял на 60-й. Полузащитники оставили одного перед воротами Дюпина, и тот беспрепятственно добил мяч. Дальше уже сработала контратака «Химок». Резван Мирзов прокинул мяч между двух защитников казанцев, и Илья Кухарчук поразил ворота. 2-1. «Рубин» всеми силами атаковал, и это все-таки принесло свои плоды. На 84-й минуте после розыгрыша углового мяч в сетке не оказался, но уже в продолжении атаки Леон Мусаев простреливал на ворота, и с помощью защитника гостей Дмитрия Тихова мяч оказался в воротах Ильи Лантратова. 2-2. Казалось бы, все идет к ничье. Но в самой концовке на 90-й минуте Идоу навесил на никем не прикрытого Захара Волкова, и тот сыграл головой. 3-2. «Химки» забирают 3 очка из Казани. Ну а теперь, как и обещал, расскажу про «Акбарс». Казанский хоккейный клуб провел футбольный шоу-матч против блогерской команды «Амкал». Данис Зарипов на воротах, Лямкин с Юдином на флангах обороны, а Бурмистров с Лукояновым на острие атаки. Непривычная картина для болельщиков «Акбарса». Казанцы для представителей другого вида спорта выглядели очень здорово. И даже смогли первый открыть счет. Даниил Журавлев отличился. Первый тайм закончился ничьей, 1-1. А во втором превосходство «Амкала» уже сказалось. Игра закончилась со счетом 5-1 в пользу команды блогеров. Ну что ж, вот такая неделя выдалась у «Рубина» и «Акбарса». На этом я с вами прощаюсь. Любите спорт, занимайтесь спортом. С вами был Амир Сабиров. До новых встреч. Сегодня в нашей программе мы в основном рассказываем о клубном чемпионате АССК РФ. Но перед этим взглянем на студенческую хоккейную лигу. Групповой этап подошел к своему завершению. Последние матчи сборная КФУ провела против принципиальных соперников. Первый матч против Поволжского университета спорта. Главным фаворитом турнира принимал Казанский федеральный университет на своей площадке, где и был наш корреспондент Евгений Алмазов, который подробно расскажет о ходе встречи. 30 марта в спортивном комплексе «Зеланд» Поволжский университет на своем льду принимал команду из Казанского федерального в рамках студенческой хоккейной лиги. Парни из Поволжского подходили к этому матчу в статусе фаворита, но Казанский федеральный преподнес немало сюрпризов. С самого начала игры федералы навязали высокий темп, акцентированно действуя в атаке, наслаждаясь своими бросками вратаря поволжан. Пробить голкипера хозяев удалось на 8-й минуте. Аманов мощным щелчком отправляет шайбу в сетку ворот. 1-0. И тут парней из Казанского федерального было просто не остановить. За 2 с небольшим минуты гости забросили 3 шайбы. По голу на свой счет записали Геннатулин и Мусин, а Аманов оформил дубль. Поволжане явно не ожидали такого развития событий, даже контратаки 2-1 принесли мало утешительного. И после второго игрового отрезка Казанский федеральный университет уходит на перерыв солидным перевесом. 4-0. В третьей 15-ти минутке парни из Поволжского университета смогли вновь включиться в игру, все чаще подключая защитников к атаке и играя более высоко. И тут стоит отдать должное Матвееву, который своим сольным проходом реализует выход 1-1, открывая счет голам для своей команды. Далее последовало большое количество бросков створ ворот КФУ, но Оскар Сибигатулин
Абдуллин регулярно спасал свою команду. Концовка выдалась неоднозначной. Команда за 5 минут до конца обменялись голами, а на последней минуте игры и вовсе устроили драку, за что прямиком отправились на скамейку штрафников. Массовая потасовка под занавес встречи никак не повлияла на исход игры. 5-2. Казанский федеральный одерживает историческую победу. Ну, победа всегда, как говорится, радует нас и команду, но... Сегодня мы еще пока не победили, это всего лишь групповой этап, будет плей-офф, соответственно, выиграем там, значит, будет полный комплект и будем радоваться. Пока только идем к заветной цели. Евгений Алмазов, «Неделя спорта». Заключительный матч студенческой хоккейной лиги сборная КФУ провела против Казанского авиационного института. За весь матч шайба смогла оказаться в воротах только единожды. Сборная КФУ одерживает минимальную победу 1-0 и с первого места выходит в плей-офф. Соперник федерального университета определится уже в эту среду. Теперь о клубном чемпионате АССК РФ. И начнем с необычного вида спорта – перетягивания каната. Участие принимали команды из крупных студенческих спортивных клубов Республики Татарстан. А наш корреспондент Рустам Габасов с интересом наблюдал за ходом соревнований. Кто из сборных смог перетянуть на себя золотые награды, узнаем далее в сюжете. 31 марта в спортивном комплексе КАИ прошел клубный чемпионат АССК РФ по перетягиванию каната. Для кого-то перетягивание каната кажется забавной диковинкой, но на самом деле это официально принятый вид спорта всемирных игр. Каждый вид спорта имеет некую уникальность, и если в нем разбираться более профессионально и начинать осознавать все нюансы, ты понимаешь, что это не просто развлечение, это не веселые старты. Турнир проходил по олимпийской системе с матчами на вылет в формате до двух побед. Турнир открылся дерби федерального университета. В очной встрече сошлись команды Казанский Елбарсы 1 и Казанский Елбарсы 2. Первая команда КФУ смогли дважды перетянуть своих соперников безо всяких усилий. Чувствую какое-то немного превосходство, но я думаю, это изменится. Тут команды очень сильные. И самим такой опыт очень интересен. Я думаю, что он надолго запомнится. В полуфинале соперниками Юлбарсов стали спортсмены Кронос-1 из Казанского научно-технологического университета. Здесь ситуация оказалась полностью противоположной. Тигры не сумели оказать серьезного сопротивления и отправились разыгрывать бронзовые награды, где их уже ждала команда Крылатые Барсы-2 из Поволжского университета спорта. Но и тут тигров не ждал успех. Спортсмены из университета спорта без особых проблем перетянули победу на себя. В матче за первое место встречались представители студенческих спортивных клубов «Крылатые Барсы» и «Кронос». Первая команда университета спорта продолжила успех второй сборной и в одну калитку разобрались соперниками из КНИТУ. По итогам соревнований золото и бронзу забрали спортсмены университета спорта. Серебро уходит в КНИТУ. Федеральный университет остановился на четвертом месте. Рустам Габасов, Игорь Озеров, «Неделя спорта». Перейдем к классическим видам спорта на клубном чемпионате АССК РФ. В это воскресенье в бассейне в спортивном комплексе «Бустан» состоялись соревнования по плаванию. Далее о заплывах расскажет Валерия Фридрих. 3 апреля в спортивном комплексе «Бустан» прошли соревнования по плаванию в рамках регионального этапа Всероссийского клубного турнира АССК РФ. За очки боролись такие студенческие клубы, как «Кронос», «Казанские Юлбарсы», «КАИ Зеланд» и «Крылатые Барсы». Соревнования проходили в один заплыв. Команды должны были проплыть эстафетную дистанцию 100 метров. Все зависело от расстановки людей на этапах. Очень интересно смотреть по тактике, кто как разложился. Кто-то поставил вперед сильных, и они выходили в отрыв. Кто-то оставил сильных на потом, и они уже догоняли и финишировали. Команды-участники были поделены на 2 заплыва. Время прохождения дистанции заносилось в общий протокол для выявления победителя. В первом заплыве с большим преимуществом победу одержали пловцы из университета спорта. Их результат – 1 минута 47 секунд и 28 сотых. Во втором заплыве лучшее время первого заплыва перебить не смогли. Выиграть второй заплыв удалось сборной КНИТУ КАИ с результатом 1 52 секунды и 4 сотых. С таким результатом они вышли на вторую строчку общего зачета. Третье место забрали себе представители ССК «Кронос». В своем заплыве они поставили время 1 53 секунды и 48 сотых. Казанские «Юлбарсы» из Федерального университета забрали 5-е и 6-е место. Лучшее время – 2 минуты 30 секунд и 28 сотых. Валерия Фридрих, «Неделя спорта».
Теперь немного слов о спартакиаде студентов и аспирантов КФУ. На этой неделе прошли соревнования по армрестлингу. Все учебные подразделения собрались в спортивном комплексе «Москва» и поборолись в разных весовых категориях, начиная от 50 и заканчивая свыше 90 килограмм. И по итогам соревнований командный зачет выглядит так. Первое место забрали себе представители Набережно-Челнинского института, второе – институт психологии и образования, бронза ушла к представителям института управления, экономики и финансов. В общем зачете после 8 видов спорта лидирует в большой группе Институт управления экономики и финансов, вторыми идут спортсмены из Набережно-Челнинского института, тройку замыкает Институт международных отношений. В малой группе первое место пока за Институтом геологии и нефтегазовых технологий. Вторыми идут спортсмены из Института физики, замыкает тройку Институт психологии и образования. До конца спартакиады остаются еще 4 вида спорта – плавание, мини-футбол, легкоатлетическая эстафета и туризм. Об этих соревнованиях мы обязательно расскажем в наших следующих выпусках. Итак, продолжим. Сегодня мы обсудим итоги внутривузовского чемпионата АССК РФ и подготовку к всероссийскому этапу. И сделаем мы это вместе с Никитой Лихачевым, председателем спортивного клуба «Казанские Елбарсы». Привет, Никита. Привет. Завершился этап внутривузовского чемпионата, и ребята целых 6 месяцев готовились к нему. Расскажи, как все это происходило, возможно, какие-то сложности возникли. Да, действительно, очень долго в этом году он проходил. Мы решили максимально его растянуть для того, чтобы ребята, в принципе, почувствовали не только радость от победы, но и все-таки длительность турнира, и все об этом просили, мы это сделали. Вот, ну, самая главная, наверное, сложность — это большое количество команд. У нас вот для себя чистый рекорд абсолютно по всем видам спорта. Особенно было удивительно, ну, и удивительно и нет, когда на шахматы больше 120 человек в один день пришли, хотя мы ожидали чуть меньше. Но, в принципе, это показатель того, что делаем все правильно. Также, наверное, сложностью было просто все скооперировать, потому что в этом году мы, в первую очередь, с Универтовой сделали очень крутую партнерскую программу, я бы сказал, что все в прямом эфире со студией, с флеш-интервью и так далее. Это было действительно круто. И с партнерами, то есть мы искали тоже очень много партнеров, чтобы всех ребятам призами, подарочками наградить. Это тоже было довольно тяжело, сложно, долго сидели, договаривались, что-то придумывали. А в целом, если брать турнир, то есть какие-то соревновательные моменты, у нас уже есть опыт. И несмотря на то, что в этом году очень много ребят-старичков из нашего спортивного клуба уже закончили свои карьеры менеджеров, да, пришли очень много новых, в основном это первокурсники и второкурсники, они как-то очень быстро влились, а те, кто уже давно в теме, для них было довольно, можно даже сказать, легко все сделать, настроить, так что я думаю, что вот в основном было так. Получается, впереди нас ждет всероссийский этап чемпионата. Как вы сейчас к этому готовитесь, возможно? Мы в первую очередь ждем списки. Чтобы попасть на всероссийский этап, надо по рейтингу турнира войти в, как минимум в десятку сильнейших. И вот где-то 11 апреля опубликуются списки тех, кто прошел. И, соответственно, мы ждем. Ну, как готовятся ребята уже, которые стали победителями тех или иных видов спорта, тренируются постоянно, они ждут. Вот, но опять же, мы в первую очередь ждем списков итоговых. Если пройдем, то будем более усиленно готовиться по тем видам спорта, по которым пройдем. Вот, а ты как взгляд со стороны, что можешь сказать? Может, у тебя какие-то прогнозы есть, кто будет там уже в списках? Мне бы хотелось, чтобы мы, как и всегда, как каждый год по всем видам спорта туда прошли, но все зависит от нас. Опять же, здесь Ольга Ломакина смотрит, и от нее тоже много зависит. Вот. Я очень надеюсь, что мы пройдем по всем видам. Вот. Гадать не могу, потому что часто не угадываю, но надеюсь, что... Я думаю, что многие видели и видят наш уровень и понимают, что с таким уровнем проведения, думаю, мы всегда заслуживаем быть по всем видам спорта на всероссийском этапе. А что вообще ждет там на всероссийском этапе ребят? Очень трудные поединки, очень классная атмосфера. И, ну, это, я считаю, главное событие студенческого спорта в России каждый год. Я думаю, просто ребят ждет праздник. А в плане спортивных результатов, опять же, нельзя гадать. Суперсильные соперники, очень классные спортивные клубы с нами там будут бок о бок. Поэтому я пожелаю удачи ребятам, во-первых, туда пройти, во-вторых,
всех выиграть. Но самое главное, вы уже победители, потому что вы казанские барсы, а это дано не каждому. Спасибо, Никита, тебе за твои ответы. А я напоминаю, что у нас в студии был Никита Лихачев, председатель спортивного клуба «Юлбарсы». Спасибо, что пришел. Будем рады тебя видеть снова. На этом все. Это была «Неделя спорта» и ее ведущая Алина Красильникова. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока!